Все мы ждем Новый год, ну а дети ждут его особенно. На протяжении всего года самые маленькие ведут себя очень хорошо, лишь для того, чтобы в волшебную ночь получить долгожданный подарок. Ну а помочь осуществить заветную мечту может, конечно же, Дедушка Мороз. Для этого ребенку всего лишь нужно написать письмо и опустить его в специально предназначенный для этого ящик. В городе Щелково есть несколько мест, где находятся ящики, предназначенные для писем Дедушке Морозу. Например, прямо рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом на Дальнем Воронке, в Доме культуры Заречный на улице Талсинской, а также на первом этаже нового торгового центра «Этажи». Письма можно отправлять до последних чисел декабря. Но лучше все же писать заранее, чтобы все подарки были расколдованы своевременно и доставлены адресату без опоздания. Маленькая Вероника тоже решила написать письмо главному седовласому волшебнику. Девочка верит, что добрый дедушка обязательно исполнит ее новогоднее желание. Я прошу куклу. Какую? Бэби-бона. Бэби-бон. Угу. А ты вообще вот как думаешь, Дедушка Мороз, он подарит тебе такой вот подарок, который ты хочешь? Да, потому что Дедушка Мороз подарки всегда подарит. Стоит отметить, что можно направить письмо Дедушке Морозу и другими способами. Место, где живет волшебник, называют Великий Устюг. Там находится его основная резиденция. Письма туда можно отправить по почте, либо через интернет. Адреса вы увидите на экране. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.